В Мособлдуме подвели итоги работы за 2018 год. О деятельности Заксобрания на пресс-конференции в региональном информационном агентстве Московской области рассказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов. С начала года депутаты приняли более 220 законов и внесли в Госдуму две законодательные инициативы. Было проведено 29 заседаний, на них рассмотрено 644 вопроса. Принято 965 постановлений и 62 решения. В избирательных округах принято более 10 тысяч жителей. За всеми этими цифрами скрывается каждодневная рутинная работа, направленная на создание комфортного проживания в регионе. Мы идем. С людьми общаемся, по земле ходим, слушаем, ходим по медицинские учреждения, социальные объекты, там, культура, образование, здравоохранение, с общественными организациями встречаемся. Выезды на объекты и встречи подмосковных депутатов с инициативными жителями помогают снять ряд проблем. Игорь Юрьевич подчеркнул, что, исходя из полученных запросов от местного населения, и дальше будет формироваться деятельность регионального парламента.